Вот. А теперь мы с Димочкой решили позаниматься интеллектуально. Вот такое вот есть лото. Вот такие вот внутри. На него был обзорчик. Можете посмотреть. Давай, вынимай все детальки. Такие они классно очень сделаны. Прямо деревяшечки. И на них нарисованы. Наверное, нет, не нарисованы, а как аппарат он специально как приклеенный. Там, не знаю. Вот такие. Ну, короче, обзор на них посмотрите. Там я все показываю. Ник. Ищи. Круглый, смотри, зеленый. Вот, правильно. Клади кружовник сюда. Клади сюда. Вот. Молодец. А вишенка? А вишенка? Вишенка, вишенка. Ты сделала вишенка. Где у нас вишенка? И до вишенки. Есть, я вижу. Вот она, вот она, клади, да? Давай, дальше сам. Ты в прошлый раз у меня сам складывал, да? Давай. Малинка. Маленька, маленька. Вот она, маленькая. Ну, подожди, нет, это клубника. Где клубника у тебя? Вот она, клубника. Вот она, малинка, правильно. Да? Да. Где я? А клубника у тебя где? Вот она, клубника. Где? Вот она, клади ее туда. Черная смородина у тебя где? Смородина, вот. Ищи черную смородину. Вон она, правильно. Вот она, черная смородина. Видишь, какая? На веточке ягодки находятся. Она сладкая, вкусная. Это треугольник что-то. Это... А, вот теперь мы решили поиграть в другую игру. Она мне очень нравится, вот эта вот. Покупали ее в фикс прайсе. Вот. На нее тоже был обзор. Уже даже вышел. Так, выбирай, какой ты будешь собирать. Дима собирает, в принципе, но немножечко плоховато. Мы только несколько раз еще играли. Может быть, немножечко рано для него. Хотя 3 плюс, нам почти уже 3. Да? Это. Ну что ты выберешь? Что ты будешь? Ракету, может быть, смотреть? Это. Или что? Ракету где? А, тут несколько у тебя. Это. А вот смотри, вот это вот мы не собирали, вот эту. Дим, вот эту мы не собирали. Да, кораблик. Будешь тебе. Кораблик? Будешь собирать ее? Будешь собирать. Кораблик. Ну тогда все убирай. Я тебе сейчас тогда для этой детали дам. Мы все не вытаскиваем. Я ему даю несколько деталей. Подходящих. Так, там что у нас? Все, собирай. Да, цветочек-то вообще легкий, в принципе. Да. Ну давай, что ты там скатываешься? Мы вот сидим с вами, смотрите, на одном стуле. Я вот, и вот у меня ребенок тут. Да? Ну, ставишь ромбик, да, смотри как. И там ромбик. И вот, да, молодец. И цветочки вставляют так. Треугольнички, да? Еще одна не хватает. Еще одна хватает. Вот. Да, что там у цветочка идет, смотри. Или... А, он напитался. Он напитался.
Ну вот, да, почти правильно. Только вот что-то кверх ногами сделала. Кверх ногами, да? Чуть-чуть еще мама сломала. Ну вот, только смотри, видишь, ромки-то они вот сюда вверх смотрят, а ты как сделала, все вниз. Надо наоборот, вот так вот сделать. Так вот, да? Да, вот так вот, да? Вот, еще. Ну, поставь. Опять ты его как-то. Ну вот, почти похоже, Дима почти сам уже сделал. Похоже, да? Да? Какой Димочка молодец. Ой, какой Дима молодец, да? Смотри, какой сладкий малыш. И у нее сладкое, да? Молодец. Теперь можешь свое что-нибудь сделать. Сделай свое. Короче, у Димы непонятно что, а ко мне вот пришла вот такая вот идея. Напишите в комментариях, как вы считаете, что это такое. Где это? Дима говорит, что это черепаха. Но я строила что-то другое. Напишите в комментариях. Да. Ну и Дима тут что-то. Готовила я сегодня супчик. Вместе с вами, кстати. Это будет отдельный ролик, на него выйдет. Посмотрите, какой он вкусный. Обалденно. Сейчас буду кушать, наконец. Это у меня, кстати, будет завтрак. Время уже 15:50, но у меня это будет завтрак. Вот, поскольку на завтрак я себе ничего не успела приготовить. Вот, то Дима позавтракал, а я нет, и обедать тоже ничего не было. И вот только-только я приготовила и буду сейчас кушать. Вот, еще вдобавок я, кстати, поубиралась. Убиралась я, вот тут убрала, тут вот на балкон надо отнести две банки и крышечка. Там я сейчас фотографировала немножко. Там тоже вот банки сушатся, тут сушатся. Тут, а, я яйца еще сварила, вот она. Вот, и два яйца там отдыхает. Я себе делаю смятку. А Диме это вкрутую. Вот. Ну и здесь тоже. Тоже поубиралась. Вот. Все перемыла. Вот мне осталось только вот панель вот эту вот помыть. И вот духовку вот с этой вот стороны, а то она там вся обляпанная. А, и вот тут вот еще стену помыть. Вот здесь стену я сегодня помыла, здесь помыла. Осталось вот только вот, вот это вот все. Помыть и все. Вот. А на днях мне Дима вот здесь все протер. Кроме этой. Вот. Сейчас я буду наконец-то кушать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Пожелайте мне приятного аппетита. Ням-ням-ням. Ням-н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 ям. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Ом. 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 Ням-н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 ям. Перебирала вот я квитанции сейчас. Нашла Дом.ру. У нас интернет Билайн. Я плачу 1000 рублей. Здесь 900 рублей в месяц. 157 каналов. 100 мегабит в секунду. Вообще так дорого. А у нас у меня плюс телефон. Плюс мамин планшет. То есть интернет. Телевизор. Да? Короче, вообще куча всего. А тут так дорого. Офигеть. Короче, это выкидываем. Тут вот газетки. Журнальчик есть. А, что самое главное-то. Пришла, смотрите, какой прайс-лист. Плейлист, хотел сказать. Прайс-лист. Печка, пекарня. И цены. Представляете, прикольно так. И цены. Но забыли адрес написать. Так вот такие вот. Видимо, это как... интернет-магазин, что ли? Типа такого нет адреса. Домовой прислал. Прям бежать надо. Надо бежать. О, вот, кстати, моя, по-моему, швабра. Наверное, она, не помню. Может, и нет. Нет, наверное, хотя не знаю. Она дороже была вроде. Вот. Дима, такая штука, кстати, мне нужна. Какой ты горячий, Дим. Как печка. Вот. Все, у меня батарея садится. Такое. Ладно. Батарея. Пока у меня там кипит чайник, водичка кипяченая нам на завтра с сыночком. Я решила взвесить гречку. Теперь гречка у нас продается, как в советские времена. А в двух пакетах даже, по-моему. Даже не в одном, а да, в двух.
А попросила мужа купить, принес мне такую. Вот она здесь, мне кажется, даже мелкая, как будто гораздо мельче, чем другие. И вот я хочу взвесить, действительно здесь килограмм или нет. Включаем весы. Кило 3. 3 грамма. Это, видимо, за мешок. Могли бы, в принципе, и побольше чуть-чуть взвеситься. А тут 5. Хотя, кстати, на вид он как будто легче. Надо же, не обманывают. Удивительно. Как прям в советские времена. Гречка в пакетах. Ну ладно, хоть здесь 2 пакета. А то вот так ногтями возьмешь, а он порвется. Будет обидно. Ладно, хорошо, не обманывает нас пятерочка. Хорошо, хорошо.